Тяжелая атлетика – образ жизни для люберецкого спортсмена Евгения Семилетова. В этом году он стал чемпионом России, установив 7 рекордов среди старших возрастных групп. На тренировке тяжелоатлета побывала наша съемочная группа. Ножками работает. До 60 килограммов в рывке для Евгения Семилетова – обычный вес на тренировке. В детстве занимался футболом, хоккеем, боксом. В 13 лет пришел в тяжелую атлетику по стопам отца. И уже в 15 стал кандидатом в мастера спорта. Это как некий второй смысл жизни. Это спорт, это и духовное развитие, и физическое развитие. И вот этот интерес соревновательных выступлений, когда ты готовишься. Евгений выступает за сборную Московской области. На одном из соревнований 4 года назад познакомился со своим тренером Исой Зулаевым, чемпионом России 1984 года. Мы начали работать, у меня появилась мотивация, желание, и у меня так вот пошло в гору все. Спортсмен тренируется 5 раз в неделю. Штанга – главный снаряд и на соревнованиях, и на тренировках. Разминка производится от малого к большему. А рывковые упражнения, которые я сейчас делаю, любят большую разминку, так как это очень травмоопасное упражнение. Травмы у Евгения были. Повреждения плеча и запястий. Но это не остановило штангиста снова выходить на помост. По словам тренера, тяжелая атлетика закаляет характер. Это наоборот. Укрепление всего организма, начиная от суставов и заканчивая мышцами. Это все воспитывается с ранних лет, и психологически это очень необходимо. В 30 лет Евгений Семилетов – чемпион России в своей категории и мастер спорта. Личный рекорд – 145 килограммов в рывке и 180 килограммов в толчке. В планах взять еще больший вес. Спорт для штангиста – уже неотъемлемая часть жизни. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.